Во дворах многоквартирных домов республиканской столицы появились новые жильцы из леса, которые горожане очень ждали. Ведь, как известно нам всем с детства, деревья – это легкие нашей планеты, обеспечивающие всем бесценным кислородом. Об экологической акции и ее организаторах в репортаже Ахмата Халкичева. Долгожданные переселенцы из леса прибыли в республиканскую столицу. Это саженцы ясеня, туи, липы и манчжурского ореха. Всего 75 саженцев. Цифра говорит сама за себя. Экоакция приурочена 75-летию победы в Великой Отечественной войне и 77-й годовщине освобождения Кавказа от фашистских захватчиков. Тысячи и десятки тысяч людей погибло при освобождении Кавказа. И нам эта дата дорога. Люди готовы сами выкопать ямки, помочь нам это полить. И в дальнейшем же надо ухаживать. Не только надо сделать хорошие, красивые дворы, посадить деревья, и же за ними надо тогда ухаживать, поливать, иначе и следить за теми сооружениями, которые вот, детские площадки, которые лавочки, качели. Если мы не будем следить, то, конечно же, все разрушится и напрасно будут все эти труды. Масштабную экологическую акцию с символичным названием «Зеленый двор» совместно с мэрией Черкесска и Министерством природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесии инициировало региональное отделение партии «Единая Россия». Цель акции – сохранение памяти и популяризация знаний о героических страницах нашей истории, а также, чтобы дворы были не только красивыми, но и уютными, отмечают партийцы. Вот во время таких встреч с жителями мы все время в процессе диалога выявляли, что жителям очень хотелось, чтобы эти дворы не только были реконструированы, но и озеленены. Поэтому вот в сам проект озеленения дворовых территорий не входит. Вот мы решили в этом плане оказать содействие жителям и приехали сюда сегодня посадить саженцы молодых деревьев. Получается так, что во время вот этой работы жители домов тоже вовлекаются в этот процесс. И это очень важный такой момент, когда люди сами что-то делают в своих дворовых территориях. Благодаря данной акции зелени во дворах прибавилось. Они также были благоустроены по партийному проекту «Единой России. Городская среда». Высаживать деревья вышло руководство регионального отделения партии и депутатов фракции «Единой России» в Народном собрании и Городской думе Черкесска. Народные избранники уверены, что и благой пример заразителен. С неподдельной детской увлеченностью ухаживать за саженцами принялись и самые маленькие. Ведь именно им и их потомкам эти деревья еще не один десяток лет будут напоминать о святости памяти. Будет очень красиво у нас, еще красивее станет у нас во дворе. Мы будем говорить, чтобы их не ломали, не отрывали листья, чтобы они красивые выросли. Ахмат Халкичев, Руслан Харченко, Вести Карачаево, Черкесия.